Доброе утро всем. Пробуем. Пробуем ловить щукасов. Живца у нас пока немного. Да, Вадик, тренируйся. Живца у нас взял сегодня сына старшего на рыбалку. Вот он работает. Учится, говорит, лунки не хочу сверлить, тяжело. Ну что, вот мои жерлички, друзья, с того года еще не проверял ничего. Вот так, спонтанно выехал, раз лед есть. Вчера посидел живца, чуть-чуть дернул, и сегодня уже попытался выехать. Раз так, раз есть лед, значит, будем пробовать. Вот у меня вот такой грузик есть с крокодильчиком. Беру быстренько, раз. Так, хоть так щелкнул. И опускаем на дно, выставляем глубину. Быстренько все упало, глубина небольшая. Подвел, вот на дне один оборотик делаю. И все, все стоит на дне. Тут метр глубина, вообще небольшая. Где у нас супер живчик? Вот она. За спинку поддеваю ее. Пойдет кислороду хлопнуть. Давай. Вперед за щуками. Так. Где мы еще сверлили? Сюда не ходили, Вадик? Нет. Ну тут где-то. Да. Ну вот так, пока выставляемся, там будем посмотреть. Ну что, первая сработка. Ну, не мотает. Стоит. Вот утро только рассвело, одна сработала. Ну, пока молчит. Никто не крутит никого. Я думаю, что холостая.
красный дым. А, за что-то зацепилось там. За траву. Кошок такой резвый. Ударило что-то, ну, никого нет. Ну, друзья, уже, наверное, часика полтора или два, ни единой поклевочки, даже живца. Вот так, приедь на рыбалку без живца, потом думаешь, да поймаю, вчера ж ловилась. Ну, получается, ловилась вчера, а сегодня не. Сегодня никто не хочет. Ни окунь, ни красноперка, тишина. Уже насверлил, наверное, с десятка два дырок, лунок. Все попрокармливал, весь корм уже высыпал везде. Ну, подождем. Может, где-то кто-то подойдет на корм попозже. Ну, пока тишина. Вадик далеко ходил, жерлица сработала и поймал щупачка. Ох, и щупачок. Ну, что? Вот такой щупачок. А что ты смотал, намотал-то? Как его вытащить, этого щупачка? А, вон там есть сейчас что-то. Так. Вот такой щупачок. Отпустим. Ушла щучка. Ну, вот такой щупачок поймался, но клевать не клюет. Живца хотели подловить. Ну, пока тишина. Плотва вообще не берет сегодня. Сработала у соседа жерлица. Пока тихонько стоит. Мотает, хорошо мотает. Мотает. Мотает хорошо. Подсекать? Да. Остановилась. Крутила хорошо. Да? Угу. Надо было, я, может, подсечь надо было, я же не без. Да. Ну, мотала хорошо. Да есть там что-то. Есть. Что-то есть. У меня тоже одна маленькая только что была такая. Шурбас. Ну, это уже покрупнее, чем у меня. Ну, заглатываю. Это не взял. Там меня тоже с собой нету. Я не взял, я дома. Взял, у меня там, у меня. Вся в пиявках полностью. Стоит. Это значит стоит, раз в пиявках.
Да, пьявок много сегодня. И щуки вроде немало, и берет слабо вообще. Вон мужика вторая сработка за день на той стороне. Вот тоже взял что-то. Там мужик на той стороне вторую взял. Не, такая же мелкая. Вот был такой выход. На той стороне взяли одну. Тоже шурагайка такая небольшая. На этой стороне сосед взял шурбаса. Короче, вся в пиявках, стоит. Плотва вообще не берет. На завтра, на послезавтра уже морозы передают хорошие. Так что она просто стоит, видно. Вот подошел и сразу тройку полосатиком поймал на живцо. А то ничего не брал. Может и сейчас не будет. Ах, сошел. Сошел. Уже парень разогнал всех. О, это вообще живец такой. Настоящий живец. О, а куда он упал? То я его и не найду. Это живцовый класс. Я такого окуня не ловил уже очень давно. Мизинчиковый живец. Вот. Вот такой. Вот такой мизинчиковый окунь. Это эльдорадо окуневое. Мы попали на окуневое эльдорадо. Таких окуней еще поискать надо. Любая щука на него клюнет. Это ж хорошо, что ехать сюда недалеко. А то можно повеситься было бы за такой рыбой ехать. Супер крупнячок. Вот такие акушарики. Мизинчиковые. Так что открытие удалось. Первый лед. У кого щуки по 3 килограмма, у кого кошарики 3 грамма. Не хочет уже, да? Оп. Съел. Съел кушарик. Долго не подходил. Я его раздразнил. И он взял. Мы его раздразниваем. Он попробовал уже мотылька. Даже и окунь сегодня такой мелкий, но он даже очень-очень осторожный. Вот это рыба. Рыба-царь. Сейчас мы его в другую луночку рядышком. Близится к завершению наша рыбалка.
После обеда пошли уже такие более игровые окушки. Ну, все равно еле-еле. Тяжело найти его. Не везде он стоит. И плюс, что он стоит, он не берет. Его надо раскачать, раздраконить. Тогда он клюнет где-то как-то и такой меленький. Ну, на живца он отличный, конечно. Но брать все равно не хочет. Такая рыбалка. Давно у меня такой не было. Ну, понятно, что это такой водоемчик. Хотя люди ловили, говорят, там на днях брала хорошо. Пообщался с рыбаками постоянными. Ну, все едут сюда, в основном живца ловить, смотрю. Ну, такого живца я не люблю, конечно. Окунь это такое. Хотя бывает случаи, что на окуня берет лучше. Как бы все равно окунь это не мой живец. Вот. Продавил такой меленький. Вот, вот такой, и вот такой царек. Ну, такой живец, сейчас мы его примеряем. Вот он. Ну, вот как раз, не, мизинчик, вот, мизинчик как раз, вот, мизинчик, отличный кушок на мизинчик. Вот это окунь. Такой, ну, я думаю, что щучка его не будет брезговать. У Вадика сошел крупняк в лунке. И сразу, ах ты, и сразу затихло. Здесь бьет. Удочку порвал, узелок теперь мешает рыбачить. Ну ничего, будем переделывать. Вот он, мизинчик. Ох, и мизинчик. Ох, и мизинчик. Ему в рот ничего не влазит, и он так дергает. Ну, вот лунка такая стоит на этой лунке. Тут только что такое сорта вырвал, что-то хорошее. Ну как хорошее, по сравнению с мизинчиками. Ах, опять-то, что такое сорта? Вот. Дважды сорта вырвал. Интересная была луночка.
Оп, наконец-то. Это уже крупняк такой. Оп. Бас. Ну что, друзья, собираюсь уже. Хватит здесь окушиться. Ну, на этом и будем мы с вами прощаться. До свидания, друзья, до скорых встреч.